Всем привет, на связи IT District. Сегодня я хочу поговорить о трансформации канала и, в принципе, рассказать о том, что будет происходить на канале дальше. Первое видео на моем канале было опубликовано 21 января 2018 года, и именно с этого видео началось зарождение обучающего проекта. За 2,5 года я рассказал все, что только возможно по тематике создания сайтов без знаний программирования. То есть любой желающий, который вообще не разбирается в программировании, может взять любой курс, будь то платный, то либо бесплатный, и абсолютно с нуля самостоятельно создать свой первый сайт на системе WordPress. Или если зритель посмотрит несколько курсов, он может освоить новую профессию разработчика сайтов, который будет ему приносить постоянный ежемесячный доход. Если вы хотите получить более серьезные результаты, то я советую вам сосредоточить все свое внимание на платных обучающих программах, ведь там изложен весь ценный контент, которого нет в бесплатных программах. Но на самом деле лучше всего сразу записаться в новую коучинговую программу WordPress Академия и получить также доступ ко всем моим платным обучающим программам совершенно бесплатно. То есть, покупая участие в WordPress Академии, вы сможете пройти и все мои другие эксклюзивные курсы совершенно бесплатно. WordPress Академия – это обучающая программа, в которую я запаковал весь свой опыт по разработке сайтов. Пройдя ее, вы сможете настроить и создать сайт на абсолютно любой теме WordPress, а курсы, к которым вы получаете доступ, помогут вам попрактиковаться, наполнить свое портфолио, усовершенствовать ваши навыки и найти своих первых клиентов, и также понять, как вообще с этими клиентами стоит работать по нормальным чекам. Ссылка на описание курса WordPress Академия будет под видео. Итак, как я сказал ранее, мой канал и сам курс WordPress Академия стал библиотекой с обучающими материалами по разработке сайтов. За эти 2,5 года я раскрыл абсолютно все аспекты тематики создания сайтов, а курс WordPress Академия стал не только венцом моего творения, но и результатом работы моего обучающего проекта за 2,5 года. И реально мне нечему больше вас учить тематике разработки сайтов. Все, что вам необходимо, есть в моих обучающих курсах. К тому же я вот уже примерно 2 года назад увлекся новой тематикой разработки мобильных приложений, и эта сфера полностью захлестнула меня. Также еще тематика обучения разработки сайтов перестала меня особо интересовать, так как здесь мне дальше некуда двигаться, а именно некуда расти, и я достиг самой вершины этого Эвереста. К тому же вы просто не представляете, каких усилий мне стоило записать последние 2 курса. Я просто реально заставлял себя делать это. Хотя я прекрасно помню свои первые обучающие программы на этом YouTube-канале, с каким удовольствием я их создавал. Примерно с таким, какое сейчас мне приносит разработка мобильных приложений. И взвесив все обстоятельства, а именно то, что я просто абсолютно все рассказал по тематике разработки сайтов, учитывая мой интерес к разработке мобильных приложений и взвесив все перспективы развития, я пришел к решению трансформировать свой канал и переключиться на тематику разработки мобильных приложений и применения их в бизнесе. Возможно, будут смежные какие-то темы, но я абсолютно точно решил с тематикой разработки сайтов закончить. Курс WordPress Академия был последним на этом канале, и больше курсы и видео по тематике разработки сайтов на моем канале выходить не будут. И в целом из тематики разработки сайтов иногда буду выпускать видео, наверное, с топ-подборками тем оформления и, наверное, все. Поэтому я трансформирую свой канал о создании сайтов в канал о разработке мобильных приложений. И первый обучающий курс выйдет примерно в декабре. Он будет посвящен правильному обучению разработки Android-приложения. Он будет длительностью, наверное, примерно 6 месяцев. О том, почему я решил выпустить этот курс, я расскажу в отдельном видео. Также, начиная с сентября месяца, на канале будет выходить видео каждую неделю по тематике разработки мобильных приложений и применения их в бизнесе. В этом видео я хотел сообщить о трансформации канала и раскрыть причины своего решения. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. Мы двигаемся только вперед. Выбираем правильные направления и продолжаем свой рост. До связи на волнах наших эфиров.